В нашем городе много памятных мест, связанных с прошедшей войной. Это не позволяет молодому поколению забывать о подвигах защитников Родины. Накануне Дня Победы на улице Декабристов в торжественной обстановке была открыта мемориальная доска в честь уроженца нашего города, летчика, героя Советского Союза Константина Дунаевского. Инициатором этого мероприятия выступил колледж имени Петровского. На коротком митинге директор Борис Жуков рассказал о боевых заслугах нашего земляка. В конце 43-го года он ведет авиаразведку по приказу Верховного Главнокомандования, ведет разведку города Кенигсберг. И его звено провело таким образом эту разведку, что войскам, захватывающим город Кенигсберг, было понятно оборонительные сооружения и боевые порядки противника, за что Константин Дмитриевич Дунаевский, старший лейтенант, чуть постарше вот этих наших юных десантников, был представлен к званию Героя Советского Союза. С особыми чувствами восприняли установку памятной доски герою военнослужащие войск противокосмической обороны. Мы сегодня присутствуем на очень знаковом и очень торжественном мероприятии, посвященном увековечиванию имени нашего с вами земляка, нашего ржевитянина, нашего героя. Это человек, на которого каждый должен равняться. Это значит, что мы помним, это значит, что мы знаем свою историю и будем защищать свою родину так, как защищал ее он. Павел Артемий ходит заниматься в кружок юных десантников. Похороненные в недавнее время патриотическое воспитание молодежи вновь начинают зарождаться и давать свои первые плоды. Мы гордимся нашими летчиками, которые во время Великой Отечественной войны вели себя храбро и сражались с противниками. За героизм и высокое мастерство 7 авиаторов ржевитян были удостоены звания Героя Советского Союза. Мы гордимся нашими героями. О славных гвардейцах, героях крылатых, о тех, кто победу на крыльях несет, о славных, простых, но бесстрашных ребятах победная песнь вовек не умрет. Эту песню сочинил Константин Дунаевский. И ее поют по сей день. Здесь же на митинге Борис Жуков вручил медали и почетные грамоты ржевитянам, вносящим свой вклад в патриотическое воспитание молодежи. Служив, он с нашими юными десантниками сам совершает парашютные прыжки, ведет большую работу. Настоящий полковник, настоящий легендарный ветеран Афганистана и ныне замечательный педагог. Тиз-десантник. И двое сыновей офицеры ВДВ. Афганец. Служу России. В завершении митинга прозвучала мысль о переименовании улицы, не имевших никакого отношения к Ржеву декабристов, в улицу имени нашего земляка и героя Константина Дунаевского.